Центральная районная библиотека Ленинского района продолжает радовать своих посетителей интересными мероприятиями. В этот раз пригласили рукодельницу Ольгу Кузнецову, которая провела мастер-класс по вязанию крючком. Мы крючок напишем, допустим, какой-то один, там, двойка, тройка, четверка, пятерка, вот они. Они будут ровненькие все. Любовь к рукоделию пришла к Ольге Кузнецовой еще в школе. С тех пор вязание крючком стало ее любимым увлечением. Мне просто нравится творить. Мне нравится что-то фантазировать, что-то делать своими руками. Мне нравится выражать, говорится, себя через такое вот творчество, через изделия какие-то, вещи, игрушки. Ну, очень много что можно сделать крючком. Научиться вязать крючком не так уж и просто, но, по словам рукодельницы, главное быть внимательным, иметь терпение и желание. Как взять крючок, как удержать нить на пальце, как завести крючок под эту нить, как петельку не упустить. Сложность во всем. Мастер-класс посетили даже сами сотрудники библиотеки, которые с удовольствием попрактиковались в рукоделии, чтобы в будущем связать себе шарф, а может быть даже юбку или пальто. Ведь учиться никогда не поздно.